Я всех приветствую, с вами Артур, и это продолжение прохождения Resident Evil 4 ремейк. Я остановился на том, что пробирались к Эшли сквозь вот этот остров. Там было много противников у нас. Нам помогал вертолет посмотри, боевой, который Ханиган нам послала с пилотом Майком на борту. Но все произошло так по биохазардски, Resident Evil-ски, что Майк погиб. И вот теперь Леон опять остался в одиночке. В одиночку должен спасать дочку президента. Как-то вот так. В хранилище я предлагаю убрать ножик. И, наверное, можно еще вот это убрать. Думаю, вряд ли это нам уже пригодится. Это все уже перелопатим с вами. Жалко, вот можно было бы это все сравнить, но не могу. Кстати, у нас вот жучок появился. К цене лекарственных предметов при продаже, но я его использовать не буду. Зачем? Не особо выгодно. Так. Пассет и порох. Классический кейс. Так, ну, наверное, давайте классический используем. С ним больше пороха выпадает. Не знаю, как это будет работать. Но как-то работает, видимо. Сейчас мы уже, по идее, двигаемся к Салазару. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё? Иди от меня. Такие, блин, скрытные повыпрыгивали, а? Да все, давай ложись. Хватит вставать. У нас тут ничего не будет, наверное. Из такого, знаете, сокровищного. Давай-давай, бычок, топай сюда. Абуердо, давай. Давай-давай, падай, жучок. Хватит, падай уже, а. Наконец-то. Какой ты чересчур толстый. Так, все, порох, окунь. Окуня съедим. Так, это все вместе будет у нас. Это мы, конечно же, на патроны... Пустим. Как без этого? Да все, акуэрду, да. Акуэрду, все дела. Я уже понял. Не кричишь акуэрду, выстрел не получается. Ах ты, ё-моё. Как я ж так не заметил-то? Капканы эти. Все, давай, падай, затюкал ты меня уже. Перезарядка быстрее стала, но не в капкане. Не, ну а Куэрду я, если правильно понял, это осторожно или поберегись.
Что у нас тут на крыше? Кроме трупов и пороха. Трупного пороха. Так, что мы пропустили? Ничего вроде не пропустили, это хорошо. Потому что нам сейчас все пригодится. У нас там Салазар стынет. Понимаете, бой такой будет. Нелегкий. Там чел с дубиной еще. Сейчас знаете, что вот... А. Стоит там. Ничего, вообще, ой. Я, слушайте, не на того напал. Ему вообще по барабану. Сейчас было бы комично, если бы я еще прям в капкан бы прям прыгнул. Ты чё, давай, давай. Нападать же начали. Ой, блин, все. Отваливаем. Ой-о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 й. Все, бежим, бежим. Ай, бежим. Да на, у меня дробовик есть. Держите. Не подавитесь только. На, получай. Побороться захотел, получил. А он же думал, я отступлю. Нет. Да ё-моё, Леон, ты чё? А, кстати, это вообще жизни не отнимает, я-то думал. А, видимо, бронежилет подорвал из-за этого. Я-то обрадовался, да-да. А броник-то рвется. Броник рвет. О-о-о-о. Ого. Я уж испугался, думал, там что-то пострашнее, чем летуны. Так, а что у нас тут? Винтовочные патроны. Да, видимо, нам уже намекают под конец, будешь тут стрелять только так. И винтовкой по большей части. Ух ты, блин, а. Бежим! Опять? Что ты сказал? Я не расслышал. Ну давай, давай. Да иди ты отсюда. Да не только броня, Леон, тут все идет по одному месту. Я беспокоился, тут не только броня, все.
еще. Мне этого хватило, знаешь. Ты мне еще говоришь. Знаешь что? Патроны на револьвер буду делать. Заколебал ты. На Killer 7, на наш крупнокалиберный такой. Прибамбас. В такие моменты начинают чесаться ухо. О, у нас кейс есть тут. Сперфуаз. Шуруповертом. Ну, сейчас с деньгами, там, с чем-нибудь еще. Не, шуруповерт. Шуруповерт. Не, я сделал все, что мог. Систему так просто не отключить. Все, топаем. Напрямики. А вот эти у нас летуны тут повзлетали, не долетели. Все, давай, разворачивайся в другую сторону, смотри. Порох. Сейчас я выйду, чувствую, опять эти нападут. Хотя нет, наверное, уже бычок был такой. Единственной, наверное, мерой, которую я мог пресечь. Так, подождите, прям не могу, ушко так зачесалось прям. Ужасно. Ужасно сильно зачесалось ушко. Так, ага. Ничего себе, он смотрит как хорошо. Тут я могу так поставить, да? Красный берил. В принципе, я думаю, все уже тут. Никого же не будет. Можно спокойно идти. А я взял, поставил защиту. Следую за Эшли. Ну еще бы. А куда я пошел-то? Я же знал, за кем иду. Как бы элементарное задание. Адам первый. Или Адам. Ой-ой-ой. Все. Концовочка, да? Близка. Эшли! Ну, мне тут не особо нравится, в принципе. Ой-ой-ой. Не могу дотронуться, да? Контролируют. Здесь, дитя мое. Что тебе нужно? Я лишь хочу поделиться этим даром со всеми людьми на земле. Весьма скромное желание. Видишь ли, мы все связаны посредством святой плоти. И твоя кровь, и кости, и даже твои мысли уже срослись с нашими. Херман. Зачем ты отвергаешь благо? Просто прими этот священный дар. Как сделала она. Седер! О, да! Пришла пора этому ягненку войти в нашу паству! О, да светится же он, и да будет искуплен! Ликуйте все!
и да будет так! Ну, так и знал, что ада. Все, Эшли на руках. Эшли. Ходить не могу. Черт. Фига у него ноги варикозные. Лаборатория Б. Кажется, нам сюда. И тут лаборатория? Ну, ладно. Все это единство разумов подконтрольный. Надо избегать этого быстрее. Быстрее надо выковыривать паразита. Все, дороги обратно не будет. А, это просто тени, я-то думал, их избегать надо будет, не? Можно прям напрямик топать. Просто топаем напрямик. Все, Леон, давай, чуть-чуть осталось. Не раскисай. Давай, 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 все. Во-во, так и знал. Ключ пригодился, можно продавать. В этот раз все будет иначе. Сначала ты. Нет уж. Говорил же, я верну тебя домой. Где находится паразит-то, интересно? В животе, в груди или в голове? В груди, да, вроде как? В середине. Типа возле сердца. А тебя-то что током-то не бьет? Ну это явно не ультразвук. Так, ну паразит-то уничтожен, а следы вируса... Бактерии, там вот этот микроорганизм. Так и знал. Алён сейчас тыщ отрубится и все. Кто будет его закидывать в кресло? Вот это уже не ясно. Скорее всего, Эшли. Так. Это что, у нас печат на машиночку? Сохранимся. В принципе, уже концовочка, думаю. Мы уже так дойдем, скорее всего, быстренько. Эшли. Эшли.
здесь. Я боялась, ты умрешь. Я понял. Но я весь в грязи. И не только. Это ты все сделала? Ну да. Да, кто же еще? Ты можешь встать? Это карта? Да, нашла тут. Думаю, сможем выбраться, если пойдем сюда. Большой круг такой красный. Ну да, туда же пойдем. Ты и сама круто справляешься. Особенно попадать в плен. Мое любимое. Вытащить паразитов помог Луис? Да. Мы живы. Благодаря ему. Ой, все, ребята, комната Лора. Сейчас тут куча записей, вот это вот. Кто-то обчистил лабораторию Амбреллы. Ну это понятное дело, это Ада Вонг сделала. Пробирочки или что это? Тесты какие-то. Так, насчет нашего договора от Луиса. Так, я собрал данные исследований, которые ты просила найти. Время и место встречи, как договаривались, приходи. Надеюсь, я правильно понял, что ты вытащишь меня отсюда, если я принесу все, что тебе нужно. Насчет нашего договора, АВ. Альберт Вескер, походу. Надеюсь, ты не забыл про янтарь. Без него от этих данных никакой пользы. Будет жаль, если ты пропустишь свой рейс. Так что не вынуждай меня возвращаться с пустыми руками. Кстати, кодовую фразу ты не забыл. Так, тут еще Альберт Вескер замешан. Опять Луис. Так, не переживай, не забыл. И насчет янтаря не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Можешь прихватить для меня пачку сигарет любой марки, неважно какой. Прикольно. Сиги главное. Способы извлечения Лас Плагас. Есть два способа уничтожить Лас Плагас. Инъекция антигена и хирургическое вмешательство. Пока у паразита не начался инкубационный период, его можно устранить прямым введением антигена. Но есть ли... Так, инкубация началась, инъекции лишь замедлят его развитие. Плага можно уничтожить хирургическим путем, воздействуя на паразита излучением определенного диапазона. Но это весьма рискованный метод. Если паразит внедрился в нервную систему носителя, человек испытывает невыносимую боль. Никакие виды анестезии не помогают при такой процедуре. Так, хирургическое удаление также является очень опасным, даже пока паразит не успел развиться. Впрочем, когда он разовьется, будет поздно. Удаление паразита убивает носителя. Хотя, если учесть, что ожидает носителя, то смерть кажется наименьшим злом. Ну да. Так, что-то у нас там. Луис, я вижу, есть. Посерединке. Европейская лаборатория 6... Dream Team. Команда мечты. Лучшая команда 6-й европейской лаборатории. Ну, видите, у нас Луис посередине. Все, больше никого нету. Знакомых. Так, намерение Седлера. Не стоит наивно думать, будто Лас Плагас является всего лишь сырьем для создания мощного биооружия. Их истинное значение в способности повелевать. Даже самое непокорное человека можно превратить в верного слугу, сделав всего лишь один укол. Кому нужны шпионы, когда есть вчерашний враг? Сегодня становится твоим другом. Так, управляя всего лишь одним инсайдером, можно поставить на колени целую организацию или даже целую страну. Это стало возможным благодаря массовому производству улучшенной разновидности паразита. Мы подарили Седлеру могущество, и теперь ясно, что он намерен делать дальше. Представьте, что будет, если Следлер обретет такую власть над людьми. В его распоряжении окажется 6 миллиардов покорных слуг. Вражда и войны исчезнут. Быть может, впервые в истории человечества на нашей планете воцарит мир. Но я знаю, как Следлер и все остальные угнетали жителей этого острова на протяжении поколений. Я знаю, как он обходится с ними. Это не жизнь. А потому я не могу позволить этому случиться. Приходилось мне спать в местах и похуже. Да классное кресло, не знаю. Поспать можно. Так, янтарь.
Этот образец, который я назвал янтарем, много лет пылился на складе. Раньше у нас было полно образцов для экспериментов, поэтому ничего удивительного, что на этом никто не обращал внимания. Собственно, я принес его в лабораторию только из-за его необычной формы. Быстрый анализ показал, что мы были слепы. Янтарь поистине уникален. Внутри него покоится тот самый орган, пусть и небольших размеров, который мы нашли в доминантном виде, в котором есть только у Седлера. Полностью развитое существо из янтаря станет таким же сильным, как Седлер, или даже произойдет его. К сожалению, Седлер отобрал янтарь, прежде чем я успел изучить его досконально. Возможно, он подозревает меня. Надо вернуть образец и свалить отсюда подальше, чтобы продолжить эксперименты где-нибудь в другом месте. Это единственный способ остановить Седлера. Извините. Зеваю. Чужакам, разумеется, доверять не стоит. Но я уже зашел слишком далеко. Надеюсь, мой подвешенный язык спасет меня и в этот раз. В конце концов, на кону судьба всего мира. Понятное дело, Талуи все писал. Все, в принципе, можно драпать отсюда. Да. Так, что у нас тут? Патроны, патроны. Перезарядка и открывание дверей одновременно. Давай сюда. Прости. Прости? Мы же команда. Четко. Ты молодец. Ага. Может, тут что-то еще будет? Или он же был в бреду? Вряд ли он тут все собирал. Все, уже туда не можем. Да, смысла туда нет идти. Все, валим быстрее. Точно все хорошо. Лучше некуда. Я рада. Так, винтовочные патроны. И не только ПП. Так. Ну, наверное, пока не будем ничего делать. Ждем порох. Ну и место. Слушай, та женщина, она же спаслась? Наверняка. Такие, как она, не сдаются. Видимо, вы знакомы. Че, все тут зал завалило как? Там что у нас за тупик был? Может, там что-то интересное было? Так, ну это понятно, это выход. А за дверкой-то у нас там что-то за троном интересное есть в любом случае. Да все, все, давай, отстань от меня. Так, что у нас тут? Книжка. Иллюминадос, последняя глава. Так, слова священные. Слава священным насекомым. Нам был обещан рай на земле. Мужчинам, женщинам и детям. Он любит всех в равной мере. Зверей, рыб и птиц. Он благословит всех существ до единого. Слава священным насекомым. Мы покорны служители Господа.
Его мудрость преодолеет любые горы, его могуществу не страшны океаны. Райский свет живет во всем сущем. Плоть наша станет началом. Слава священным насекомым! Мы стая, ведомая нашим пастырем. Наши молитвы будут звучать по всему миру. Их услышит каждый. Мы, наконец, засияем ярче, чем звезды в небе. Да. Монолит первоисточник, MDLIV. В глубинах под замком я обрел свою веру. Узрите же больше, так, божественные мощи, дарованные нашему миру. Это начало всего, Адам Седлер. Ага, а тут что у нас? Кулон Иллюминадос. О, отлично. Так, Осмунд Пятый. Это, видимо, правители секты. А Седлер-то какой по счету, интересно? У нас даже 15-й есть. Быстрее! Надо валить. Надо валить отсюда. Винтовка. Все. В принципе, все, да, тут уже все, погрузочный. Так и знал, притворяется, а? Вай! Все, меня облили head and shoulders'ом. Да ё-моё, чё, опять что ли все это проходить? Да вы издеваетесь. А, думаю, да. Такие, как она, не сдаются. Видимо, вы знакомы. Что за ревности? Конечно, знакомы. Давай мне все это прочитали. Забрали, получили. Можно валить. Что мне так странно, прям убили это с одного удара, а? С одного плевка. Так, аптечек-то у нас нет. Ой, порох. Отлично. Разобрались, можно идти дальше. Порох. Порох. Так. На револьвер. На револьверные патроны, точнее, есть. Материалы, а пороха нет. Жуков-то вроде нету больше. Золотой брусок. Привет, чужак. Так, с острова мы все добыли. Что могу предложить? Ключ, кулон, брусок, бархатный, самоцвет, держи. О, я щедро заплачу тебе за... Так. Выполни оставшиеся. Что у нас тут? Все, сокровища все кончились. Привет. Можно, в принципе, тут все продавать, наверное. По одной штучке оставлю. Дорогая
драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Вот я тоже так думаю. Куплю по высокой цене. Чем еще могу услышать? Так, ну, лечебный спрей в любом случае, я думаю, надо брать. Можешь? Разумно. И лучше мы, наверное, починим сначала. Регулярный уход и забота. Без этого никак. Забирай. Держи. Силу, так, все, дробовик, винтовка. Это надо прокачать. Наше мастерство достойно такой реакции. Давай боезапас. Держи, попробуй. Приходи в любое время. Ну хорошо. Пришел же. Так, тут сохранимся. Ну что тогда? Посмотри, наверняка что-то понравится. Сейчас пойдем с Эдлером бороться или потом. В принципе. Так, перезарядимся сразу везде, где можно. Так, вроде бы готов. Ну ладно, погнали. Тут сразу бой будет, я думаю. Они вот это вот побегушки. Это Ада Вонг висит. Ада. Приманка. Пытается меня выманить. Ну все, да, это финал. Пойдемте уже. Так вот тогда. Здесь. Я быстро. Даже вот Эшли здесь вставляем. Так. Ада! Минус ноги просто. Сейчас Леона подхватят. Да он уже кальмар ходячий. Это ведь так поможет. Какая классная зверушка. Что-то я бы поспорил. Какие злодеяния! Ой-ой-ой-ой-ой!
Так, ага, единая воля. Не-не, спасибо. До свидания. Бежим. Патроны, мимо пробежать не могу. Получай, глазик. Ой-ой-ой. Какой злой. Ага. Это он... Понятно. Мне туда бежать не надо теперь. Какое сострадание? Когда все закончится, обязательно попрошу прощения за грехи. Ведь я буду убивать. Черный юморок подъехал. Да какого хрена? Я слышу, а я нет. Ты слышишь, а я нет. Все. Не успел я уклониться, хотя я нажимал. Вай. Бежим. Да ну! Ну это жесть. А я хотел-то все пропылесосить. Так себе, где? Так, ну давайте еще раз тогда. Быстренько зайдем. Будь здесь. Все, пропускаем. Бежим. Да все, ну ты чё, батя? Что такой злой? Да, да. Чё себе проповедничек врубился? Опять он сломал. Не-не-не, я к тебе даже не торопился. Ты что там? Ждешь меня уже? Да-да-да. Да
Давай, 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 какие там? Ой-ой-ой, опять я использовал. Так, так, так. Так, чё, всё, начинается тут сразу. Вай, блин, ну всё. Отстань, отстань. Загородил весь путь. Ас, ас, чё? Ай, да нет! Чё началось? Так, быстрый доступ. Сюда. Вай, вай, надеюсь, он пулять не будет. Да все, все, на, держи гранату, запарил. Так, это, видимо, уже финальный сейчас, да, будет? Вовремя. Вай, вай, ты чё? А я почти, я же почти выиграл. Ой, блин. Все, ладно. Надо посерьезнее быть. Брать винтовку и сразу по глазам ему давать. Да на, держи святую плоть тебе. Когда-то. Да я слышу вонючий запах изо рта. А, опять прям по спине. Опять ты тут, наверху, а я внизу. Ну, давайте сюда все тогда подлетайте. Валим.
Так, что тут началось-то сразу, адовая атака? Оу-оу-оу-оу. Как же ты стонешь постоянно. Да все, все, отстань, задрал уже. Плевками своими. Да все, ну хватит, а. Я ж почти убежал, все равно пришлось уклоняться, а? До свидания. Сейчас мы тебе ножичком прочистим ротовую полость. Куда? Он опять наверх? Оу-оу-оу. Все, последний глаз остался, да? А-а-а! Все, иди сюда. Конец! Нет! Нет! Да ну! Опять! Не все? Сейчас будет момент с гранатометом или нет? Ну ладно. А нет, ну он должен же быть. Как в классической четверке. Как же ты меня заколебал. Так, 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 тут уклоняться надо. Да я не успел отбежать, а? Держи! Вот это мое любимое. Попал, конечно, немножечко косо, но вроде попал. Твоя святая плоть, слава. Все, по швам пошел. Ура! Победа.
можно убегать. Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор. Не бойся, я обо всем позабочусь. Это за мной. Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. Встречи, Леон. Леон! Куда это она? Фиг знает. Не понимаю, с чего она вдруг... Уходим. Скоро рванет. В смысле, остров? Да. Так, сохраняемся. И валим. Все, пора домой. Надо сначала выбраться. Ты чё тут? Так, они же, по идее, умирать все должны. Что происходит? Без хозяина. Так, без хозяина-то ладно. Меня больше другое интересует. Текс. Ой-ой-ой. Все, последний. Можно валить. Да блин, ты проползли бы уже быстрее. К чему это все было? Все, бежим, ключи с Мишуткой используем и летим. Тогда тебе понравится. Так, сейчас тоже управлять надо будет, да? Да, ё-моё. Экстрим-то это классно, но я что-то как-то не особо фанатею. А с другой стороны, у нас времени мало. Вай-вай-вай. Мазанулся. Ё, это мы в пещере до сих пор? Это жесть.
Ой, мало здоровья осталось. А, это у нас трамплин был. Я думал, все. Сейчас в стену вмажусь, и хана. Ну все, вроде успел. Ты цела? Да вроде, но было страшновато. Что, миссия выполнена? Будешь дома. Вот тогда да. Спасибо, что спас меня. Не за что. Слушай, я могу подкинуть папе идею. Станешь моим охранником, если хочешь. Зачем тебе я? Ты сама за себя постоишь. Только научись обращаться с ножом. Все, пора домой. Конец. Осталось дополнение с Адой только пройти. Прием, это гнездо. Как слышно, Кондор один. Прием. Она вообще работает? Леон? Леон, вы с Эшли целы? Да где вы? Ответьте! Ого, даже видео какое-то под конец. Ну, это титры, да? Сейчас Альберта Вескера увидим. Соедини. Я добыла янтарь. Отлично. Один вопрос. Что ты хочешь с ним сделать? Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы. Скажу лишь одно. Мы на пороге новой зари. Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один. Я хочу ускорить этот процесс. Значит... Ты хочешь, чтобы погибли миллионы? Миллиарды. Какой размах? Меняем курс. Давай. Все, Альберт остался с носом. Но как знаем, в пятерке он опять обнаружил вирус покруче. Еще видео. Много. Всего лишь Б. Ну ладно. Что там дали? Все, тут прям пересохранимся. Что нам там отдадут-то? Отсыпят. Ой, начало поменялось. Так, костюм в полоску активирован, идеальный нож, темные очки, медицинская маска, ушанка, очки круглые, летний шлем, хирургическая маска. Все отлично, теперь можно будет начинать два пути, но это уже потом.
А на этом я с вами прощаюсь. Это была концовочка уже, финальная серия основного сюжета. И увидимся в следующих видео. С вами был Артур. Всем пока, всего вам хорошего. Берегите себя и своих близких. Удачи!